Первое препятствие магма преодолела за 5 секунд. Эта тренировка – часть специального курса дрессировки на кинодроме. В него входит полоса препятствий и послушание на расстоянии. В месяц у четвероногой спортсменки не меньше 9 тренировок. А в конце каждого месяца у них с кинологом проходит контрольно-проверочное занятие. Магма и Александр Девятов работают в тандеме 4 года. Они познакомились, когда собаке было 11 месяцев. Перед заступлением на службу она прошла специальную проверку на пригодность к работе. Оценивается собака в различных условиях, так сказать, тестирование проводится на обоняние ее, на отношение там, к фигуранту, то есть агрессия, не агрессия, также поисковые качества также тестируются. И в дальнейшем уже как бы, производим общую оценку, и годна ли собака для службы, что с ней как дальше тренироваться. Собаки служат 8 лет. После этого срока из-за возраста, здоровья или иных причин четвероногие уходят на пенсию. За время работы собака и кинолог становятся близкими друзьями. И, как правило, из вольера колонии пенсионеры переезжают к сотруднику домой. То, что собаки незаменимы в нашей системе, это факт. То есть ни одно подразделение, где есть служба охраны, не обходится без служебных собак. То есть служебные собаки являются неотъемлемой частью службы охраны в учреждениях уголовно-исполнительной системы. В исправительной колонии номер 5 служат 19 собак. Это самая большая по числу сотрудников кинологическая служба среди областных учреждений ФСИН. Работают четвероногие в трех направлениях – разыскное, патрульно-разыскное и специальное. Немецкие овчарки, именно этой породе здесь отдают предпочтение, натренированы на поиск взрывных устройств, оружия, боеприпасов и не только. Работа с собаками, обучение своенравных овчарок – это тяжкий ежедневный труд. И все же никакие технические средства не заменят работу служебной собаки. А кинологи в процессе работы воспитывают себе не только напарника, но еще и верного друга. Закладка. Павел Юрасов, Полина Болотова, Олег Осипов, Александр Кобзарев. Область новостей.